Мы находимся в стенах еврейского общинного дома. И мероприятие, которое сегодня будет здесь происходить, не просто очередное выступление для Люси. Сегодня мы находимся на творческом вечере Якова Тихмана, писателя, художника, филантропа, отца и дедушки. В этот волнительный вечер поддержать главу семьи пришли дети, внуки и, конечно же, множество друзей. Es schaut nicht nehmen heim, wenn man sitzt dabei und im dicken Tisch. Ha! Gläser lele heim, verfreischert und verfreit, man soll ständig munter sein und frisch. Такая душевная, тонкая атмосфера, обстановка. Ну, я не знаю, у меня наворачиваются слезы на глаза. Как ты себя чувствуешь? Я очень переживаю, особенно очень переживаю за папу, потому что вижу его состояние. Очень, на самом деле, сначала очень душевно, про маму. Книга у него в основном стихи всегда посвящены, и фильм семье, маме. Это всегда продвигает такое состояние очень душераздирающее. Местечко, местечко, над крышей крышечко. Упала на крылечко, субботняя звезда. Всего мероприятия Люся находилась за кулисами и очень волновалась за все происходящее на сцене. И чтобы все прошло успешно, наша героиня лично контролировала каждое выступление. Люди все с душой открытой, жили вместе бок о бок, руки вознося с молитвой к небу, где единый Бог. Костелы, церкви, синагоги, душой похожи, разные внутри. Но всем хотелось одного же – здоровья детям, влаги для земли. Недаром затрепетали тонкие душевные струны нашей героини Люси. Ведь все мы ходим под одним небом и желаем одного и того же. Ее не спрячешь, не закроешь. В любовь влюбиться ты спеши. Слезы любовью лишь отмоешь. Отмоешь, чтоб цвели сады, чтоб солнце согревало счастьем, чтоб уберечь всех от беды и чтоб глаза горели страстью. Спасибо. Смотрю я на молодых, на Шлому и на Двору, и вижу блеск в их глазах. Это блеск счастья и любви. Забудем все плохое и помолимся Богу, чтоб вас никто никогда не разлучал, чтоб вас дети радовали так, как мои радуют меня. Большой вам любви! Большой вам любви! Ваших детей, ваших внуков, друзей, всех, кто пришли. Мы
вас очень-очень сильно, искренне любим. И прекрасный вечер, на самом деле. Очень сильно переживаю, очень нервничаю, и как никогда. А потому что ты нервничаешь? Ну, потому что это вроде бы... А это все-таки особенный вечер, другой совсем, очень душевный. И хочу сказать, что я вас смотри, очень сильно люблю. Смотри, как у меня руки дрожат. Как и у вас. В моем возрасте не будет. Вот ты уже спела. Как ощущения? Ну, уже прошла трясучка. Очень переживала, очень нервничала, так как действительно особенный вечер. Даже на презентации своего клипа я так не нервничала. Торжественная обстановка. В воздухе веяло романтикой, лирикой и ностальгией. И уж никак не обошлось без сюрпризов для виновника этого вечера. Сегодняшний вечер был такой теплый, семейный, душевный. Было ли вам приятно присутствие в зале ваших детей, ваших внуков? Ну, во-первых, это действительно так. Это самые родные люди. Вот. Я не могу сказать невеста, дочка, детки, внуки, сын, мама ее, бабушка. Все мы были вместе. А теплый, действительно теплый. Солнце сегодня на улице. Да я заказала. Спасибо. Чтобы все было если как положено. Если можно договориться с Богом, договорись, чтобы дожить до 120 всем нам. Договорилась. Скажите, а все ли было так, как вы задумали, как запланировали? Или все-таки были какие-то... А мы не планировали. Мы так, экспромтом все сделали. Ну, были ли какие-то неожиданности? Может, что-то пошло не так? Не, все правильно. Все правильно? Просто, наверное, можно было еще прочитать, но... Все прочитает дома, когда посмотрит книжку. И тут, и в других вещах. Люся, скажи, как впечатление, как ощущение от проведенного мероприятия? Я до сих пор в таком состоянии нахожусь, непонятном, эмоциональном. И для меня было очень приятно, когда я вышла и знают нашу семью. И давали мне папины книги, чтобы я тоже давала автограф. Очень такое ощущение, не могу передать, эмоциональное, трогательно, душевное. Очень благодарна папе за то, что он есть, за то, что он создает это все. И все-таки у нас семья, я считаю, творческая. И каждый друг у друга берет пример. Скажи, чувствовала ли ты себя комфортно сегодня? Не могу сказать, что я чувствовала комфортно, я очень сильно переживала. Да, комфортно чувствовала, потому что были друзья, очень много друзей, которые поддерживали. Также друзья папы, наши общие, вся семья наша была. Но я очень сильно сегодня переживала. В первую очередь, это, конечно же, за папу, потому что за сценой я видела его состояние, его переживания, я его пыталась поддержать. И
я больше переживала за него, и это передалось и мне, и можно сказать, что у меня это было вдвойне. Но вечер прошел прекрасно, я думаю, что он у нас удался. И очень трогательный, душевный, приятный вечер в кругу семьи, в кругу друзей. И на такой трогательной, нежной и эмоциональной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Оставайтесь с нами и смотрите «Директ Девиация».